Со сгоревшего дома Асвадурова, более известного как экономический колледж, судья не удовлетворил иск о снятии ареста, который подал городской совет, посчитав такое решение преждевременным. Против также выступила прокуратура, которая в свою очередь напомнила участникам процесса, что развалины здания до сих пор являются вещдоками в деле о пожаре в декабре 2019 года. Тогда в результате трагедии погибло 16 человек. Напомню, что Одесская мэрия хочет снять арест дома Асвадурова, чтобы восстановить его и перенести туда областной архив, который сейчас находится по адресу Жуковского, 18.